Что ты делаешь? Я не вижу, чтоб ты делал бы. Руками выводим. Пошли. Заднюю. Обозначь обязательно бросок вперед через плечо, захватом за один отворот. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Поменялись. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Поменялись. Пошли вперед. Вперед, учком. Раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, локоть не держанный, девять, десять, баскетбол, номер здоровья, пошел, уно, давай, подмышку, три, патру, чич, шасса, шапка, оп, ноу, дети, поменялись, пошли, уну, честно, уну, двое, три, патру, чищ, быстрее, третья, шасса, шапка, оп, ноу, здесь поменялись. Еще 2 минуты работаем. Пошли. Уну. Уну. Двой. Три. Патру. Чич. Шасса. Шапка. Оп. Ноу. Здесь поменялись. Пошли. Уну. Двой. Три. Патру. Чищ, шапка, быстрее, быстрее, шапка, оп, ноу, сечи, поменяли, петля, вон туда, в центр, иди, Андрей, к петле, быстро помоги ему найти и делай лучком, чтобы он работал. Пошли, уну, двое, три, патру, чищ, шасса, шапка, оп, ноу, дети, мотер, значит так, отсюда делаем, идем, три подворота, бросок, три подворота, бросок. Потом бежим сюда и меняемся. Движение делаем. Так, сначала через плечо. Петля, быстрее. Что вы стоите, Андрей? Сюда. Андрюха, сюда, Денис, сюда. Три. Вдоль бросок. Раз сюда и восклицательный. Нет. Если ты туда идешь, у тебя получается 4 учебные, 2 броска. Все, пошли. Денис, сюда, сюда. Нет. Он вдоль. Учебный, бросок. Уну. Нет, Андрей, сюда. Сюда. Ходи диагонали. Аккуратненько. Уну подвернулся. Еще раз. Оп, и бросок. Аккуратненько бросок. И туда дальше сразу. Давай. Сюда, сюда, сюда. Петли, сюда. Разогрейся здесь. Разогрейся. Придерживай. Бегом, да. Бегом. И сюда. Это стринга, это дряпница, задняя подножка. Вот туда. Пошел, я тебе тему уже давал. Верно. Да, быстрее одевай. Вот так, следующий, дальше. Два раза, четвертый, один раз.
И говорят, что ты его... Вот в одну сторону жгёт, а ты молодец, другую его. Я тоже жгёт. Жгёт? Да. Бери его вперед. Только ты его кидаешь, что мне делать. Три прохода, два раза и бросочек аккуратно. Очень высоко стоишь. Очень высоко он убьется. Ты снимаешь. Забивайся. Вот там в середине, да? Возьми за шею. Это как передняя подножка и заклад. Да, давай. Андрей, стоишь очень высоко. И по диагонали, ты уходишь в сторону, туда, в угол. Давай, Андрюк. Так, шерсти нет, вани нет, боли нет, крестьяна нет. Давайте. Развейся. Андрюха, по центру надо идти. Идешь ты по центру. А можешь ты ходить в этих у себя? Как чисто брюки брать? Или белые, или вот как Петрова, смотрите, молодец. Вот как эти, блин. Как будто у любого, что было, потом сбежал, блин. Через балкон. А ты отстала, да? Чувак, значит, раз, к любовью все, то хоп, муж, блин, а темно, муж. Она говорит, быстро на балкон, блин. Он раз на балкон вышел, блин, думает, наверное, там девятый этаж, блин, как я прыгаю. Вот, нет, он раз зацепился, висит, блин. Висит. А муж не уходит, блин. Не могу выйти, он висит. Вдруг слышит, ему дворник говорит, ноги подними, мужик. На первом этаже висит. Ноги подними. Макс, хорошо разобивайся. Прими, да, бучаю. Давай, Макс. Во! Молодец, колени берегите. Петя, ты делаешь, хватит ему бросать уже. Вот. Так не бросай Петру его. Петро. Вот так. Да, вот он. Да еще давай. Давай, Петр, тебя ждут. Все, ушли. Так, будьте плохо делать, блин. Сейчас Максу дам, блин. Буду вас бросать. Макс, давай. Да нет, ты бороться, где крестьянчик? Надо не звонить сейчас. Ладно, блядь. Дай мне карту. Нафигал нужен. Хороший парень. Он хороший. Да, он неплохо борется, неплохой для 2006 года он неплохо себя. Пятый. Он шестой. Пятый. Я посмотрю по документам, не буду говорить. Сколько у нас пар? Три.
Отлично. Значит так, вот вы вдвоем куда встаньте? Мы? Бескур. Нет. Бескур Денис и Сурба куда? Вы вдвоем здесь. А можно сами? Сели на колени. Что можно? Дверь. Что? Дверь закрыть. Что так дует? Ну, без носков. Открыты. Как дует? Так, там сейчас никого нет, да? Хорошо, прикрой. Только вытащи оттуда этот пластик. Да пусть. Потом скажу. Макс, давай, давай, что ты сидишь? Ко мне. Так, взял свои перчатки. 500 ударов. Я не особо пустил. Иди возьми мои. Только надо там перчатки еще внутрь одеть. Давай быстрее, 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 быстрее. Так, сели, уши размяли, шею размяли. За двумя ноцами бетудомы. Удушающий делаем аккуратно. Не надо ждать, пока он отрубится. Зашел хорошо, 2-3 секунды подержал. А где перчатки эти еще? Все. Готовы? Я точно. Чем буду парка? Паша. Я буду делать. Нет. Нет. Понятно. Без вообще без ничего. Твои хоть мы без вообще перчатки. Только голый. Я вперед. Давай. Робеспьер. Чинч минуте. Разминка. Давай тебе 2 минуты разогреться, и потом я тебе дай, и ты работаешь. Все время, Макс, все время в работе. Чтобы я слышал все время удары. Ногой, руками, все время. Сейчас я секундомер возьму. Петя, укуси его! Петя, укуси его! О, молодец, сели друг другу спиной, спинаря, ассоциация спинаря, спинаря, отсюда начинаем бороться, спинаря и хаджи! Так, работаем, работаем, время засек, 2 минуты, руками, ногами. На поле сегодня взял и голову поставил. Вот туда. Мате, еще раз спиной. Ассоциация, спинаря. Спинаря, Петя. И хаджи! Ой, пацанку. Ой,
Ну, стоп, Андрюк, аккуратно, все. Зайти на... Андрюк, устал? Не, ну если устал, то говори, я здесь. Макса поставлю немножко. Смотри. Один ложится на спину, второй на эту ногу. Хаджин. Пойдем. Между ног, да. Хаджин, пошли, отсюда боремся. Полевой, полевой оружие. Еще раз, после команды МТ сразу запугаемся.
Привыкайте еще раз. Уже там два года говорю. Встали. Пояс во время складки нельзя разглядывать. А вот заправиться это обязательно просто. Просто обязательно. Ну если уж совсем там разглядал, да? Судья показал, тогда уже пояс. Привыкайте, потому что будут все время останавливать, дергать. Один раз скажет, второй раз шида, потом второй раз шида. Иначе тебя тренироваться. Или так завязывайте, чтобы не выходило у вас. То есть если он болтается в пояс. Вот Макс, Денис. Вот сейчас ты можешь пояс развязать. Вот видишь, он у тебя хорошо завязан. Развязал, поп, это. Так. Андрей, что ты ему будешь делать? Какой прием? Заднее бедро через плечо. Колен? Нет. Нет. Хорошо. Покажи эти три приема мне. Значит, я смотрю. Задняя подножка, да? Так. Второй прием какой? Бедро. Бедро. И еще какой? И через плечо. Хорошо, Петя, твои три приема. Так, Денис, ты что будешь делать? Буду делать красивые приемы. Покажи. Нет, какие три приема? Скажи мне. Приготовься. Три, покажи мне. Ну покажи. Покажи. И покажи. Раз. Второй прием. Через первый скалер. Давай. Третий. Через бедро. Хорошо. Да, покажи три приема. Петю, готовься. Что? Давай. Голову. Да, есть великолепно. Дальше. Бой. Так. Хорошо, вот все голени. И еще один. Через плечо, да? Хорошо, Петря. Дой, Арунтаров. Давай. Так, задняя. И еще такое. И на них, да? Бери. Давайте, пожалуйста, покажи свои темы. Есть, хорошо. Двое. Есть, на улице. Еще один, можно? Да. Так, это что? Хорошо. Значит, давай, Андрюха. Смотрим. Так, через плечо. Так, еще что? Подхват. Так, теперь смотрите внимательно. Хотелось бы, чтобы вы делали три приема с одного захвата. Отсюда бросок вперед и отсюда же бросок назад. Отсюда бросок вперед и бросок, и отсюда же бросок назад. То есть, чтобы было четыре приема, чтобы вот вы боролись, вы делаете хорошо через него, но он защищает. Вы ему потом или зацеп, или это. То есть, чтобы вы сюда бросаете, он защищается, вы делаете назад. Вы делаете вправо, он защищает, и вы делаете влево. А так у вас два, один прием отсюда, второй прием с такого захвата и третий с такого. То есть вам тогда будет чуть тяжелее. Итак, сейчас я это засеку. Так, бросить. Так. 30. Это у нас получается 20-35 минут. Значит, вы боретесь 35 минут. Поправиться, что-то поменять, еще что-нибудь.
Да, но только не полчаса это делать. Дениска, вы что-то ушли? Да, ладно. То есть, у вас есть 30 секунд что-то, например, заправить, еще что-то. Устали, говорите мне. Буду менять. Макс будет бороться? Да, не бороться. Как тебе плохо? Ну хорошо. Ну хорошо? Вот мне в субботу, в воскресенье было так фигово, так фигово. И я никуда не пошел, ни в пятницу, ничего. И пятницу плохо было. Но что, в понедельник я должен быть... А? Уважка была, поэтому я чувствую. Ой, плохо, нет, плохо себя чувствовал. Я в теннис не пошел играть. Целый день дома сидел, в субботу, в воскресенье вообще ничего не делал. Готовы? Внимание. Ре. Джо. Мате, стоп. Мы будем считать очки или нет? Нет, просто будем бороться. Просто будем бороться. Хорошо, сегодня да. Но в принципе, в следующее потом обязательно будем считать, потому что так интереснее. Хаджин. Время пошло. Фаркер. 7 секунд. Как можно сделать и пойдешь на пикселе? Туда показывать, да, а вот посадку. Смотри. Шито. Джи. Одно дело, если ты его ухватил. Нет, одно дело, если борешься, ты его ударишь. Да, случайно, знаешь, это да, да? А когда они не ударяют, если у вас как бы все нормально идет, хорошо? Или после схватки там, бросил его, пожалуйста, поцелуй. Мальчики, вас камера снимает. Иса, сейчас подойди. Макс, сколько отдыхаешь? Велосипед. Велосипед. Стоп! Ну, во-первых, ты садишься, смотри, сел, и, естественно, ты ходишь назад. Он лежит на животе, значит, ему спину поломал. Ну, сядь на колени. Там не так, но... Пусть лучше так, спокойно. Андрей, стойка. Глазай. Смотрите, еще раз вам показываю. Вот по ней. Это глазай? Вот он упал. Это глазай? Нет. Вот глазай. А если локоть? Два локтя глазай. А так нет. Матери! Ты! Матери! Ну, будет легко быть. Андрей! Кто? Вы боретесь. Андрей, я не понял. Сколько лет он занимается, что ты стоишь в комнате? Ты вообще не должен убиваться, да я должен прямо. Будешь гибаться, а потом доказывай. Так? Ах, ты.
Все. Еще раз. Кто в центре, кто в центре, он в центре.